Да! Мы сейчас будем решать, кто по лестнице пойдет, а кто нет. На лифте. Нет. Морель, ты хочешь телефон? Такой вот, такой вот. Как они называются? Боты, я не знаю, что такое, ботинки вот такие вот. А ты нам отдашь твой компьютер? В смысле? Всем привет! Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. И сегодня мы будем снимать очень классный челлендж с каналом Садатуля. Привет, сестрички! И сегодня вы будете участвовать в одном челлендже «Орел или решка». Я сегодня целый день буду кидать монетку, и монетка будет решать, чем вы будете заниматься. Готовы? Удачи! Поехали! А мы будем кидать монетку для нее. Поэтому после того, как вы посмотрите наше видео, переходите на канал Саадат. Посмотрите, какой челлендж получился у нее. А также, ребята, мы, Саадат, проводим конкурс на наш мерч и на наши слаймы. Правила, как всегда, очень простые. Вы должны подписаться на наш канал и на канал Саадат. И вы должны поставить лайк на наше видео и на Саадат. И последнее, раз у нас закрыты комментарии, вы должны перейти на видео Саадат и оставить комментарий у нее. Написать, что вы участвуете, свое имя, страну и город. Так что после того, как вы посмотрите наше видео, переходите обязательно на видео от Саадат. И участвуйте в конкурсе. Ну а мы начинаем наш челлендж! И первое, что я хочу, надеть Маргаритину одежду. Маргарита, можно? Ну, это решит монетка. Ну что, давайте посмотрим, что нам выбрала Саадат. Орел, значит, можно, а решка нет. Вот сама монетка. Девочки, интересно, что вам попадется? Орел вам попался. Ура, выпал орел! Я могу надеть любую твою одежду. Я уже знаю, какую. Ну иди тогда выбирай, если ты уже знаешь. У Маргариты есть кофточка, которая мне очень-очень нравится. И это? Та-дам! Это кофточка от Билли Айлиш! Она подходит к моей шапочке. Спасибо, Саадат. Только аккуратно, пожалуйста. Она мне, конечно, немножко большевата. Так, девчонки, да. Есть предложение. Да. Либо мы сейчас идем за продуктами, да, в магазин, либо мы идем шопиться. Я хочу шопиться, я не хочу в магазин идти. Очень... Да, но только решать-то будет монетка. Так что смотрим, спросим у Саадат, что выпадет, не орел или решка. Давай, подожди, сначала мы должны определиться. Давай, орел это будет за продуктами, а решка это будет шопиться. Шопинг, устроим шопинг. Ну что, ручку. Готовы? Да. Давайте посмотрим. Как в цирке, я говорю. Моя. Решка вам попался. Это решка! Да! Ну все, тогда поехали. Спасибо! Вам повезло. Все, пойдемте. Обязательно не забудьте перейти на видео Саадат, да, потому что девчонки... будут выбирать ей. Мы ей тоже. Да, кидать монетку для Саадат. Будет очень интересно. Так что пойдемте, пойдем, Каролина. Так, стойте, девочки. Мы сейчас будем решать, кто по лестнице пойдет, а кто нет, на лифте. Да. Ну что там, четыре этажа тебе спуститься? Трудно, что ли? Давайте. Так, давай. Ксюша, орел, ты решка. Еще раз кидаем. Сестрички, сейчас вам что-нибудь попадется. Раз, два, три. Орел. Все, да, все, пока. Кто первый, давай. Да, кто первый? Давай. Она сейчас, если нажмет на четвертый, чтобы мы остановились. А мы наверх поехали. Кто-то вызвал сверху. Мы не успели, потому что соседи зашли. Мы поднялись наверх на 8-й этаж, потом остановился на 6-м этаже. Его только вниз спустились, так нечестно. Ну что, ребят, Маргарита хочет купить вот такую вот пенку новую, которую они всегда покупают. Какая здесь? Здесь получается такая у них есть, такая у них есть. Вот это новая.
И вот такая вот тоже у них есть. Да? Да. Ну что, будем решать? Выбирайте, давайте. Купить, что это будет? Купить и не купить. Давай, если мы всегда выбираем, да, это орел, давайте теперь в этот раз выберем купить, это будет решка. Потому что всегда выбираем орел, чтобы это было положительно. Теперь мы поменяем, попробуем. Решка, значит, купить. Орел. Орел не купить. Давай. Кидай еще раз, посмотрим, что вам попадется. Надеюсь, вам повезет в этом челлендже. Давайте еще раз. Интересно, что вам попалось? Решка! Супер! Девчонки, видите, меня слушать надо. Меня слушать надо вам. Спасибо. Я как чувствовала. Ладно, что, покупаем. Покупаем мы эту пенку. Все, идемте. Так, ребят, у нас тут это... Вопрос встал. Да. Покупать, не покупать Ксюшке вот эти штаны? Как они называются? Боты, я не знаю, что такое. Ботинки вот такие вот. Будет кидать Саадат монетку. Что ты выбираешь? Орел или решка? Орел. Точно? Смотрим. Подумай хорошо. Ну, значит, орел, да? Еще раз. Увидите? Я не уронила. Орел. Надеюсь, вам выпало, что вы хотели. Я тебя поздравляю. Она выиграла? Я орел выиграла. Такой вот. Маргарита хочет телефон. Такой вот. Какого цвета тебе нравится? Это черный или белый? Это какой? Есть черный, белый. Это iPhone 11. Просто, да? Будешь выбирать телефон? Какой? Почему этот? Золотой. Ну что, будем кидать монетку? То есть Саадат будет кидать монетку? Посмотрим. Давайте посмотрим. Так, нет, сначала выбери, что ты выбираешь. Орел или решку? Что должно выпасть, чтобы ты купила? Орел или решка? Орел. Орел? Орел, значит, покупаем. Решка, значит, не покупаем. Ну что, будем смотреть? Сейчас я кидаю. Сестрички, удачи. Ты выше должен кидать. Та-та-та-та! Что там? Орешка. Ребят, Маргарите не повезло. Выпала решка. Ну, бывает. Не расстраивайся. Димуш, ты очень сильно хотел, а? Может быть, что-нибудь еще другое выберешь? Может, куда-нибудь в другое место пойдем? Ну, не выпал телефон. Бывает такое. Может быть, что-то еще хочешь? Давай подумаем, еще есть время. Что? Телефон? Вот такие цвета есть. Ага. Телефон пока подождет. Да? Не сильно расстроилась? Нет? Не сильно хотелось? Ну ладно, бывает, да? Не всегда же все это. Маргарита! С собакой гулять? Да. Да? Нет. Ну а где она должна ходить? На балкон. Ну там на улице тоже темно и холодно. И дождь. И что? Это значит, что собаку выгуливать не надо? Давай. Давай, вставай. Да. Маргарита, давай, перед сном нужно собачку выгулить. Давай монетка решит, кто будет гулять. Ну собака твоя же? Да, ну нет. 24 часа монетка. Ну собака же твоя. Согласна, Ксюш? Нет? Ну, давайте проверим. Ты орел? Я решка. Ты решка. Если выпадает орел, значит, идет Ксюша. Если выпадает решка, значит, идет Маргарита. Смотрим? Я не уверена. Та-та-та-та-та-та-та! Орел! Все, Ксюша, ты идешь гулять с собакой. Давай. Курточку, там дождик идет. Давай. Поводок. Я без шапки. Все, пока, Бонь.
Пока-пока. Шапку надо? Точно? Давай только быстро, чтобы не намокли, не успели намокнуть. Ксюш, а давай попросим у мамы, если она нам отдаст свой компьютер. Она же им не часто пользуется. И вообще это будет решать монетка. Ну что, попробуем? Угу. Да? Мама, а ты нам отдашь твой компьютер? В смысле? Твой компьютер отдашь? Как я могу тебе его отдать? Ну ты же... В смысле, подарить? Да. Ты же все равно с папиным работаешь. Ну что, я вот сейчас, видишь, смотрю, сижу, передачу. Да, ну, папиного компьютера тоже можешь смотреть. На папином. Он же им тоже не пользуется. Давай монетка решит. Орел это да, и решка это нет. Ну что, ребят, посмотрим, что попадется. Ну что, интересно, вам попалось? Орел. Да! Ты нам даришь компьютер! Пока-пока. Пока. Спасибо. Не за что. Я сама получилась. Так, ребят, смотрите, теперь компьютер, он наш. Это наш компьютер. Мы уже наклеечки наклеили, смотрите. Самодельные. И теперь мы будем перед сном смотреть всегда фильмы. Спасибо, сестрички, за участие в этом челлендже. Надеюсь, попалось, что вы хотели. И монетка вам принесла удачу. Пока-пока. Ну что, ребятки, наше видео подходит к концу. Нам очень понравился этот челлендж. Жаль, конечно, что мне сегодня не купили телефон, но зато подарили компьютер. Если вам тоже понравилось это видео, то ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь на наш канал. А мы сейчас пойдем смотреть видео Саадат. И приглашаем вас. Ссылочка в описании. Не забывайте участвовать в конкурсе. Всем пока.